любимый сказочный герой? Сказочный герой – это Человек-паук. Он пускает паутину в смешные глаза. Мой любимый герой – это Соник. Потому что я его фанат, и он мне очень сильно нравится. Он очень быстро бегает и прыгает. Я раньше любил Человека-паука, потому что он стреляет паутиной и ловко забирается по домам. Мой любимый герой это Моана, потому что она владеет суперспособностями владеть водой. Мой любимый герой Соник, потому что он быстро бегает, круто прыгает и может замедлять время. Ему все кажется медленным. Если бы у меня были суперспособности, то я бы выбрала все суперспособности. Быстро бегать, потому что мне нравится быстро бегать, что можно что-нибудь сделать, что можно быть побегать, там по крышам полетать. Я бы обладал электрической силой. Я бы обладал способностью очень быстро бегать, не уставать, и очень высоко до космоса прыгать.